Следствием установлено, что 22 апреля около 16 часов 30 минут в городе Якутске водитель автомашины Toyota Grand Heist допустил проезд перекрестка улиц Петра Алексеева Поярского на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения со встречной автомашиной, завершающей маневр поворота, водитель выехал на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов, стоящих на автобусной остановке. В результате дорожного происшествия смертельную травму получил 12-летний ребенок, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Две женщины 20 лет и 31 года, а также двое мужчин 26 и 30 лет были доставлены в медицинское учреждение для оказания первой помощи. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.